У меня вопрос. Чем Герман провинился из-за того, что он моет машину, а? Просто личный мойщик нарисовал. А, ну понятно тогда. Как тебе такая работа? Как тебе переквалификация? Вот Василий приехал, купил себе вот такую вот машину офигенную, внедорожник. Короче, моем ее. Будем приводить в порядок. Короче, сегодня машину более-менее по-нормальному отмываем. И внутри, и снаружи. Так что салончик еще в порядок надо будет привести. Машину мочалками протерли, щеточкой тоже. Вася пропылесосил салон более-менее, чтобы было чисто. Также коврики помыли. Короче, приводим машину в порядок. Короче, помыли машину. Она вся блестит. Сейчас еще возьмем тряпки и будем ее полировать до блеска. Вот еще немного поснимаю машину, как она выглядит. Радиатор заезжали, сказали, что может быть на какое-то время сделают, чтобы перекрыть дырку, потому что вот лужа, тосол течет, машина кипит просто. Поэтому такие вот дела. На заправку заехали, Вася побежал в Волговскую заправку за тосолом. Бо тосола в радиаторе вообще нема ничего, уже все повытекало. Кстати, я выехал на самокате, но тут Вася на машине. Я, короче, вот самокат в багажник закинул. А пока покатаемся на машине. Не гони, не ёб гони. Твою мать. Шо, Артём, тебе смешно? Я, блядь, пристегнул. Вот так и есть за ним, вот так и за... Вот как Вася водит. Черешня вся по салону рассыпалась, ё-моё. Всё, можно. Приехали на Натальевский карьер, короче, добирались мы сюда очень долго. Сейчас Кира будет тут штурмовать высоты. И это все на Васиной машине. Вот тут все перерыли, чтоб не ездили. Ты ебанешься бампером. Тут, конечно, блин, все очень на тоненького. Вот такой карьер, красота, короче. Люди, машины. Давно я здесь не был, последний раз тут был где-то в году 19-м. Не, ну тут, конечно, блин, вообще пипец какой-то. Опасно, хоть бы колеса не попробивать, бы тут камни. Сильно все очень. Наверное, будем оставлять машину и идти, потому что, ну, никак.
Красота, блин. Понаходили другие дороги, мы, короче, ну, в такую задницу немного встряли. Ой, блин. Ладно, вон пацаны там будут готовиться проезжать. Тут полный оффроуд. Выворачивай колесо. Сюда. Не сядешь, переклонять машину. Нормально. Давай. Потихоньку. Отлично вообще, Кирилл. На тормозах, да. Вася вообще бесстрашный, в окне сидит. Ну, джип ему похуй, нормально тут проезжает. Ага, блядь, а там... Да, короче, полный просто экшен. Горем пополам приехали, ёбаный. Конечно, жесть такая была. Жизнь нас к такому не готовила. Ой, карьер, короче, красота полная. Так, движуха уже начинается полным ходом. Все на месте. Шампура, пацаны, ковады. Вообще, дрова рубят. Сейчас будем распаливать, и шашлычок у нас будет. Ну шо, Германия, как водичка? О, рыбки даже плавают. Вот он пиво и вот отсюда. Бам. Отсюда вот. Бам. Кера, ну ты бы сказал, а то я не успел. Пацаны, давай. Короче, пацаны какие-то тухлые, думаю, ладно, потом уже. Напьются, вот тогда уже будут чудить и буду снимать. Василий готов прыгать. Толкай его, он заебался здесь. Вась, вот тут еще можно, тут тоже поярче будет. Вроде камней нема. Что-то вроде не. Кажи подстрекатель, да? Ну что, нормально? Все, шашлык уже в деле, готовится понемногу. Скоро будем кушать его. Блин, аппетитно вообще выглядит. А там пацаны сидят, чилят. Мягко режется, просто нож тупой. Мы тебя вытащим. Сейчас буду купаться. Сейчас буду уровень. А, Кера тоже? Кера, вот тут же нормально. Тут нормально. Только подальше прыгай. Я тоже прыгаю, за тобой. С моим телефоном. А ты все вытащил? Вась, только не прыгай. Давай, блин. Ебать. Бриджем. Следующий. Украинская бимба. Давайте. Да ты не хочу. Следующий. Да мне уши заложил, когда я сидел. В смысле, ты плавать не будешь? Не буду. Бегом. Морские котики, ё. Нормально? Как вы, блядь, отсюда прыгать? У меня головой вниз. На рыбку. Пластом. Вы его нет? А как вы отсюда прыгаете? Да ну, блядь, а как отсюда оттолкнуть? Да обычно, ёпта. Нормально, натираешь. Что такое? Толкни его, Вася. Ага. Стой, не прыгай. Что? Подумай о семье. Ну, блядь, я только прыгать собирался. Я обосрался. Давай, следующий. Не, я не пойду прыгать. Да прыгни, ёпта. Хоть раз в жизни. Куда? Подумай о семье. Блядь, как
Нафиг вы мне дороги. Артур плавать умеет, оказывается. Ой, блин. Блядь, голые, все голые мужики, блядь. Давай заебал. Туда его. Ты что делаешь, блядь? Так, народ, ну что, уже собрались, короче. Ветер капец какой на улице. Тучи уже все затянуло. Надо, короче, выезжать, потому что если дождь пойдет, мы уже на машине просто не выедем. Ну что, как оно? А что, там зарыли че нет? Все штурмуем. Ёпта. Воу, есть. Нормально, вообще красавчик. Обратно как-то лучше. А тут куда? По прямой, направо. Это через... Вообще капец какой-то!